Немцы бомбили, немцы брали на себя тяжесть сопровождения, а Илма Воймат были как бы на подхвате, подлавливали отставших, в общем, шакалили потихоньку. Добрый день, дорогие друзья! Как любой человек, в минуту слабости и смятения наш подшефный блогер Владимир Потапов ищет поддержки и утешения у других. Владимир и правда в последнее время сильно штормит. То у него кузнечики, это цитирую. Молодые летчики, новички советских ВВС, которые в самом начале своей карьеры продемонстрировали незаурядные способности, то вдруг он впихивает в эту категорию летчиков-инструкторов. То записывает кучу роликов о том, что враги все врали и не могли столько сбивать, то вдруг начинает на пальцах объяснять, как они это делали. Свободный охотник, атакующий истребитель, следующий на крейсерской скорости, и имеет преимущество по этой скорости не на 50, не на 100 и даже не на 150, а на 200, 300, а то и 400 км в час. Дальше следует удар, а затем попал-не попал, самолет переводится в крутой набор высоты, и избыток скорости обменивается снова на высоту. С пресловутными процентами Владимир в голове уже вообще каша полная. Дошло до того, что наш герой начинает сам себе противоречить буквально в одном фрагменте. Как вы, Михаил, сказали, действительно, отчеты генерал-квартирмейстера, по всей видимости, конечно же, не полные. Это не является каким-то там вот... Никто на них не молится и не считает их инстанцией, так сказать, в последней инстанции, истинной последней инстанции. Никто на них не молится, говорит Виталий Горбач, и будем надеяться, что и Михаил не будет на них молиться. Виталий Горбач говорит Михаилу, что тот совершенно прав в отношении достоверности перечня генерал-квартирмейстера, не нужно на них молиться, после чего Владимир заявляет, что надеется, что Михаил не будет на них молиться. Правда, с поддержкой историков у Владимира пока не очень. И все говорят, да, Олег Николаевич явно натягивает сову на глобус, но заявить то же самое на камеру наотрез отказались. Но добрые люди нашлись, конечно. Первым стал человек, позиционирующий себя как специалиста по русско-японской войне и разным околореволюционным событиям, но почему-то взявшийся просвещать Владимира по вопросам деятельности авиации в годы Второй мировой войны, и отдельно зачем-то рассказал про штурмовик Л-2. А следом на экране появляется мистер Икс, таинственный Андрей Николаевич, личность которого Владимир тщательно скрывает. Поддержку позиции канала Sky Artist выступил независимый профессиональный историк. Сам таинственный незнакомец называет себя человеком с академическим историческим образованием. Тут, наверное, зритель невольно должен был представить себе седовласого академика, умудренного опытом и знаниями. На самом же деле все гораздо проще. Действительно, образованные люди сообщают нам, что академическое образование – это всего лишь составная часть высшего профессионального образования. Ну, то есть, не бог весть какое достижение. Если кроме как этим в сфере исторической деятельности Андрею Николаевичу гордиться нечем, то становится понятно довольно своеобразное его представление, например, о критике источника или о порядке введения в оборот исторических документов. Иными словами, гражданин начинает сходу сыпать терминами и определениями, смысл которых он либо вообще не понимает, либо понимает недостаточно четко. Впрочем, о дебюте Андрея Николаевича на канале Sky Artist я уже говорил. С тех пор Андрей Николаевич записал еще два ролика, и они, мягко говоря, но очень странные. Наш фигурант жестко прошелся по личностям двух финских исследователей – Калеви Кескинена и Кари Стенмана, обозвав их дилетантами, почему-то коллекционерами. Мол, они не историки никакие, и вообще критики источников у них нет. Во-первых, они не историки, они скорее коллекционеры, и их фолианты – это всего лишь каталогизированные коллекции. Вот такое у него мнение. Имеет право, наверное. Я бы даже закрыл глаза на тот факт, что эти дилетанты с 1970 года выпустили уже полсотни книг по истории финских ВВС. А кто такой Андрей Николаевич и что он сделал на этом поприще, пока непонятно. Проблема в том, что до этого мистер Икс долго и, на мой взгляд, довольно нудно рассказывал о том, каким врунишкой был финский айс Ильмар Юйтилайнен, базируясь, вы не поверите, на материалах этих самых неисториков и дилетантов. У меня лично невольно возникает вопрос, это в каких таких академиях его научили строить свои работы на книжках дилетантов? Еще одной странной особенностью Андрея Николаевича является старательный уход от любой конкретики. Новейшие исследования за период вот, так называемой войны продолжения пришли к выводу, что заявки финских летчиков-истребителей на победы лишь на 35, максимум 45% являются достоверными. Из заявленных финнами побед, по мнению финского историка, подтверждается от 35 до 40%. Окей, ну ничего себе. А это много или мало? И по сравнению с чем это много или мало? Насколько именно надо делить счет какого-нибудь Томинина? И вообще, ему
почему его надо делить, если официально ему было засчитано именно такое количество побед? На все эти вопросы ответ от академического историка вы не услышите. Другой пример. Потеряли всего 1000 солдат, а русских было убито 5000, 12 самолетов. В общем, дела шли отлично. Стоп, друзья мои, 12 самолетов – это только на отдельном участке фронта. Забыли посчитать потери союзников, которые спешно прислали авиаотряд, и, конечно же, первый полк, который располагался в Восточной Карелии. Забыли посчитать. Ну что за фальсификаторы? Хорошо, что у нас есть Андрей Николаевич. Уж он-то сейчас сорвет покров с тщательно скрываемой правды о катастрофических финских потерях. А вот и нет. Несмотря на то, что соответствующие данные давным-давно опубликованы в официальной финской истории войны продолжения и работах всяких там разных дилетантов и неисториков, наш мощный профессионал предпочел съехать с этой темы, так и не раскрыв слушателям истинные масштабы катастрофы, постигшей финский ВВС. Видимо, Википедии не нашел. А пользоваться данными разных там профанов в этот раз почему-то не счел возможно. Или вот по ходу повествования наш фигурант взялся развенчать миф о жуткой специальной подготовке финских летчиков. Но раз уж речь зашла о мифах, то это о некой ужасно специальной подготовке, которую получали финские летчики до войны. Ну, вообще, в мирное время ВВС ничем другим, кроме как учебой, не занимается. Если вы помните, этому вопросу я посвятил отдельный ролик. Андрею Николаевичу хватило 40 секунд, за которые он сообщил, что в мирное время ВВС ничем, кроме подготовки, не занимаются. У ВВС Нигерии, предположительно, также есть курсы переподготовки и сбора. У финских ВВС был учебник. Хотите верьте, хотите проверьте, но это все разоблачение. Я совершенно серьезно. Кроме того, весь этот сумбур обильно сдобрен глупейшими ошибками. Самое мое любимое – это про то, как Герман Геринг подарил финским ВВС несколько ушатанных Дорнье-Икс. Герман Геринг подарил несколько ушатанных Дорнье-Икс. Дарить финнам построенные в трех экземплярах огромные пассажирские летающие лодки, эксплуатацию которых прекратили еще в начале 30-х, со стороны Геринга было бы действительно странным поступком. Но в действительности наш академический историк просто перепутал их с бомбардировщиками Дорнье-17Z 1939 года выпуска. В общем говоря, с учетом вышесказанного, я начал серьезно подозревать, что Владимирова в очередной раз обвели вокруг пальца, и под видом историка к нему на канал пробрался обычный самозванец. Ну или Владимир, скажем так, сам обманываться рад, поскольку поддержка какого-то действительно серьезного специалиста ему заручиться так и не удалось. Не могу не отметить, что это несуразной секретностью составляли интригу только для зрителей канала Sky Artist. На других площадках в качестве авторолика прямо называют некого Андрея Соломко, убежденного коммуниста, последовательного интернационалиста и профессионального историка. Профессионального историка, заметьте, то есть человека, для которого изучение истории является профессией. Надо отметить, что некто Андрей Соломко действительно появлялся в комментариях на канале Потапова. Правда, затем он почему-то резко переименовался, внезапно став советским патриотом. Вот оно как бывает. Дальше было уже дело техники. Находим видео с нашим историком. Голос знакомый, не правда ли? Андрей Николаевич, советский историк. Ну, на самом деле, если вы посмотрите, например, солдатские ремни Австро-Венгерской империи и Российской империи, вы с удивлением обнаружите, что они одинаковые, одинаковый орел. Смущало, правда, что кроме означенного видео про профессионального и, как особо подчеркнуто, советского историка Андрея Николаевича Соломко, интернет не знает вообще ничего. Ни книг, ни статей, ни места работы. Ну, то есть вообще ничего. Действительно, историк невероятно таинственный. Раскрыть тайну нам помог Василий Мельниченко, написавший в 2007 году о своем друге Андрее небольшую заметку. И она прям очень хорошо объясняет буквально все. Наш герой родился в Луганске в 1965 году, затем переехал в Омск, где в 80-е годы учился на эстфаке, параллельно являясь видным деятельным омской альтернативной культуры. В начале 90-х, чтобы заниматься музыкой и не умереть с голоду, работал грузчиком, подметал улицы родного Омска. А в 1997 году уехал из России в Финляндию. Шикарная карьера для историка, не правда ли? Постойте, постойте, скажете вы. Ну, уехал, уехал. Может, он там стал профессиональным историком? А на этот вопрос вам ответит сам Андрей Николаевич. В Омске ты был дворником, а теперь довольно известный европейский музыкант. Чувствуешь себя успешным человеком? Что значит «я был дворником»? Я всегда был музыкантом, а улицы мел, чтобы иметь возможность заниматься музыкой. Здесь, на Западе, тоже деньги с неба не валятся.
По ночам разносил газеты, играл на саксофоне в метро. Все 10 лет, что я живу, я постоянно был занят чем-то еще, кроме музыки. Правда, сейчас вот занимаюсь только музыкой. Читая это, невольно задаешься вопросом. В какой момент, окончивший в 1988 году ИСТФАК вчерашний студент, умудрился стать профессиональным, да еще и советским историком? Впервых между подметанием омских улиц и занятием музыкой? И судя по интервью, на дворе 2007 год. Наш герой кто угодно, только не историк. Причем он сам уверенно позиционирует себя именно как музыкант, а не как историка. Но где же профессиональный историк Соломка? Хотя на фото из Фейсбука однозначно один и тот же человек, что и на показанном видео с одноименным историком. Может, он после 2007 года бросил музыку и профессионально занялся историей? Тоже нет, музыка по-прежнему основной род его занятий. Что интересно, наш убежденный финский коммунист не только музыкант, но еще и модельер. Как-то он шил своему коту одежду, после чего вклеил его фото, угадайте, куда? Комсомольский билет. Ах, как это мило. А еще в 80-х годах убежденный коммунист Андрей Николаевич написал рок-оперу, где фигурировал контуженный прапорщик, который ездил по стране с рассказами, как хорошо служить в Афгане. Нью-Йоркский подпольный горком комсомола. Это было очень остроумно и смешно. Действительно, обхохочешься. Афганистан и контузия – это же так смешно. Подводя итог нашему небольшому расследованию, можно констатировать, что профессионального историка Андрея Николаевича Соломко в природе не существует. Есть наш бывший соотечественник, в молодости принявший посильное участие в развале СССР, а когда жить на руинах стало некомфортно, уехавший на ПМЖ в Финляндию заниматься музыкой, который теперь зачем-то выдает себя за профессионального советского историка, убежденного коммуниста и учит нас, сирых, как правильно родину любить. В свете этого невероятный апломб, с которым данный персонаж рассказывает о дилетантах, инженерах, коллекционерах, выглядит неимоверно комично. Ну и пару штрихов к портрету друга нашего героя. В 2015 году Василий Мельниченко дал интервью украинскому изданию «Крым Реали», где заявил буквально следующее. «Азверин для русских уже опробован на грузинской войне. Масштабы были меньше, но опыт был удачным. Ненависть русских легко переключать. Они настолько несчастны, что готовы убивать, кого им скажет их фюрер». Там еще много чего интересного, в том числе и упоминание моего друга Андрея Соломко. Скажи мне, кто твой друг? Перед вами, друзья мои, список экипажа 6-го дальнебомбардировочного полка, погибших 6 января 1940 года. То есть якобы погибших по версии вот этого вот убежденного заграничного коммуниста. Ну, правдивость, реалистичность этого сюжета я предложу оценить вам. Ах, да, и потеря этих самолетов ВВС РККА якобы подтверждена историками-архивистами. И у меня в этой связи только один вопрос. Кем возомнился этот... Простите, кошачий модельер, чтобы позволять себе говорить такое... Впрочем, Владимир Потапов, приютившийся на канале финского музыканта, выдающегося за профессионального советского историка, сам не так давно разблокировал свой ролик про кузнечиков, уже точно зная, что там собрана откровенная чушь. И имевший боевые награды лейтенант Козловский вновь обнулился, превратившись в молодого летчика, недавно допущенного к боевым вылетам. И плевать на этого Козловского, правда, Владимир? Ведь на кону ролик с более чем 1,5 миллионов просмотров. Так что Владимир Леонидович и Андрей Николаевич вполне себе нашли друг друга. С чем я лично отдельно поздравляю аудиторию канала Sky Artist. Продолжайте аплодировать этим патриотам. А у меня на сегодня все. Спасибо за внимание. Всего хорошего.